И сегодня мы можем наконец соединить этих двух ребят вместе. Это очень здорово, потому что, ну, сколько бы сотрудники не заходили, и я, и Татьяна Викторовна, но все равно им не хватает общения. И вы прайдовые животные, они живут прайдами. Поэтому сейчас, Галя, сейчас мы занесем сюда Шерхана, пока они будут в этом помещении. Вот, да? Прошел карантин, карантин прошел успешно, вы сами видите результат, как она неуверенно ходила первые дни или не ходила вообще, да? Вот. Сейчас мы ведем тебе твоего друга, сейчас, секундочку.